Еще 18 стобальников на Ямале утверждены результаты ЕГЭ по обществознанию и химии. Обществознание 10 июня сдали свыше 2500 выпускников. Семеро из них справились с заданиями на отлично. В итоговых испытаниях по химии приняли участие свыше 300 человек. 100 баллов получили 11 школьников. Напомню, ранее в копилке стобальников уже числились 17 юных ямальцев. Максимальный результат выпускники продемонстрировали по русскому и английскому языкам, информатике, истории и физике. Согласно постановлению губернатора округа, эти выпускники получат материальное поощрение в размере 20 000 рублей.